Мне так удобно. Хорошо, ну, когда хорошо, никого нет. Можно я просто скажу быстро? Можно это будет? А можно это будет самый быстрый обзор на свете? Ты это можешь говорить, а я покажу, что. Давайте сделаем самый быстрый обзор на свете. Никого, кроме нас. Можно будет самый быстрый обзор на свете? Можно? Кресла классные, пошли домой. На самом деле нет, ребят. Кресел в Икее очень много. Я сижу в икеевском кресло-качалке Поинг. По Поингам у нас есть отдельный обзор. И сразу скажу, кресло-качалку никогда не покупайте. Они очень быстро выходят из строя, очень много брака. Если вы очень хотите Поинг, возьмите классический вариант. Но качаться, Дим. Я все вспоминаю выставку в Новосибирске, Икея, этих кресел. Какая выставка? Какая она функциональная? Кто хочет посмотреть, посмотрит Икея Новосибирск. Все, пошли. Опа. Так, давай начнем. С самого худшего. Нет, нормальное, кстати, кресло на Альмира. Стоит 2990, представлено в двух цветах. Но чисто черный и серый с бежевым. Если будут сидеть люди свыше 100 килограмм на этом кресле, оно растягивается. Да. Так, давай показывать. Значит, Нальмира, черный. Кстати, гарантия на него 10 лет, имейте в виду. Сетка, да, имеет свойство растягиваться, раз. Два, сетка имеет свойство затяжки, зацепки и прочее дребедень. Здесь металлический каркас и очень любит кабинеты психологов. Вот вся вот такая вот штука. Брать эти кресла. Для кормления грудью девочки неудобно от слова совсем, потому что именно вот эта часть упирается вам куда-то вот сюда, и вы встаете с него вот такая. Так, по Нальмире понятно. Серый будешь показывать Нальмиру? Да. Покажи, пожалуйста. Серая Нальмира. Все то же самое, только затяжки и зацепки видны быстрее, чем на черном. Ну, соответственно, грязевые пятна тоже. Да. Вообще их Дима зовет колготками. Полюбившиеся Поинги, как мы недавно про них говорили. Поинги, да. А по креслам Поинг, во-первых, есть, как я уже сказала в самом начале, большой, огромный, просто полноценный обзор, где мы разбираем все на молекулы. Но для тех, кому лень проходить по ссылке, я скажу один момент. Юрьевич, пожалуйста. А нас услышали? Раньше вот эта часть была на клею, поэтому был всегда брак. Теперь она на шурупе, и это не будет разваливаться. Может, из этой части там была приклеена? Нет, целиком, ребята, аллилуйя. Беру свои слова обратно, кресло-качалку можно брать. Раньше вот здесь была просто склейка, и каждый второй каркас Поинга шел в брак. Да, люди пользовались месяц максимум, и все это в брак шло. Мы раньше с Димой не понимали, отвозили обратно. Потом Дима, когда разобрался с одним клиентом, прям они его разобрали полностью, поняли, что в этой склейке сюда идет самая максимальная нагрузка, когда вы встаете, и все это идет на выброс. В общем, Поинг-качалку брать можно. Чем отличаются Поинги? Ну, во-первых, это гарантия 10 лет. А каркасы у нас сейчас в 1, 2, 3, 4 цветах и 2 формы. Качалка и классическое кресло Поинг. Чехлов очень много, они все съемные, то есть вы, например, можете пользоваться Поингом с одной подушкой, ну, допустим, шифтебу синий. Стоит, кстати, Поинги от 7 тысяч рублей, бюджетней не получится. Подушка отдельная, каркас отдельно. Вам надоело, вы решили обновиться и взять очень новый красивый цвет Гунарет. Если говорить уж раз начали по поводу кормления грудью, очень удобно. То есть я после родов, после кесарева сидела вот в таком кресле. Оно у нас живо-здорово, только с серой подушкой. Очень удобно. Качалку девочки все равно не рекомендую, потому что вставать будет не так удобно. Она и с этого тоже вставать тоже надо усилие придать. Но с этого попроще. Вот смотри. Кстати, чехлов сейчас просто тьма тьмущая. Мы покажем все цвета. То есть здесь просто оно пружинит. Вы расслабились, а еще можно, если вот подставочку лыжи положили, вообще хорошо. Здесь вставать попроще. По нелепости стечению обстоятельств данную серию кресел очень сильно полюбили соляные пещеры. Такие. Новая такая услуга. Ну, уже не новая. Она есть в вашем городе? Скажите, пожалуйста, в комментариях. Ну, у нас лет, наверное, 8 уже первой соляной пещере. Так, давай пойдем теперь по чехлам у Поингов.
Значит, шифтебу есть синий, шифтебу серый, сейчас дойдем, шифтебу бежевый и коричневый. Шифтебу желтого нет, это цвета, ой, которые покажу. Есть у кресел Страдмон и у диванов Фрихетон. Дальше, как говорила, есть новые, очень классные ткани. Так, это кожа, по-моему. Рогатый. Да, крупнорогатого скота. А, вот эта бирочка почему-то убрана. Вон она. Давайте покажем, чтобы люди видели. Так, дальше. О чем говорила Гунарет, сочетается очень хорошо с новыми диванами. И новой ткани Хилли, вот в такую вот елочку. Кстати, вот эта ткань будет с катышками. Имейте, пожалуйста, это в виду, даже на выставочном образце это видно, уже у клиентов есть по этому поводу небольшие негодования. Ой, это сильно. Так, нет, вот еще давай. Я хочу все оттенки показать. Это тоже Хилли. Дальше это Гунарет. Гунарет очень красиво смотрится, объемный за счет стежки, да. И вот она, кожа. Еще у кресел Поинг есть буреточки, подножечки. Точно так же продаются отдельно. Каркасик отдельно, чехольчик отдельно. В основном, когда берут на подарок, берут вот именно собирают такой комплект. Отличие кожаных подушек от текстильных в том, что кожаная подушка состоит из двух частей. Изголовье и сама подушка. Текстильные, цельные. Это тоже на это обратите, пожалуйста, внимание. А дальше перемещаемся. Кресла Тульста. Они пропадали из ассортимента IKEA. Они были вообще без чехлов. Сейчас они стали в чехлах. К нам вернулся Книста серый. И появилась у него вот такая вот подушечка на липучке. То есть это очень удобно именно в поясничную зону для удобства сидения. Очень любят эти кресла салоны красоты для своих клиенток. А в последнее время хорошо идут на ресепшн. Да, кстати, тоже. Ну, зона ожидания где. Так, у нас здесь стандартно, да, то есть пенополиуретан, ткань и массив дерева в качестве обвязок и ножек. Едем дальше. Здесь тут кто-то вот насвинячил, но нам придется немножечко приубрать. Это у нас, друзья мои, Ландкрунста. Ландкруна. Чего я Ландкрунст это всегда зову? Ландкрун. А вот как раз Гунарет ткань. То есть вы совершенно спокойно можете сочетать два кресла разной формы, но в одной и той же ткани они будут красиво смотреться. Это не кресло-кровать, как многие думают, это просто кресло. Очень удобное, функциональное, 10 лет гарантии. Ножки продаются отдельно, комплект ножек стоит 2000 рублей, но он в стоимость 25 тысяч рублей уже входит. У Ландкруны мне очень нравится вот этот именно Гунарет зеленый. Он очень нежный, легко так, более легкое кресло в пространстве. Так, заглянуть под хвост. Дальше. Экёре будет классно сочетаться с диваном Фрихетон и с диваном Аскольда. А напишите в комментариях. Точно. Так, здесь у нас металлические ноги. Соответственно, кресло тоже не является кроватью, именно удобное кресло. Это дизайн 70-х, он возвращается, актуален уже не первый сезон. Люди любят такие кресла, и пробираемость у них очень хорошая. И на редкость очень удобные. Да. Я не буду вот садиться во все кресла, потому что микрофон боюсь повредить. Так, есть еще шифтоб темно-синий. Ну, на желтом будет меньше грязь. Дальше едем. Серия... Нет, вниз, пожалуйста. Пожалуйста. Серия Грунарп. Грунарп 13999, светло-коричнево-розовый. И в этом же оттенке есть диван с точно с такими же жирненькими ушками. Тоже не является креслом кроватью, а именно такое большое, хорошее, полноценное кресло. Нареканий нет. По качеству ни разу за все то время, как он начал продаваться, брака не возникал. Единственное, все-таки со временем идет затирание. И очень сложно очищать. На это клиенты жалуются. Так, а это кресло есть внизу. Сейчас мы его покажем внизу. Ветбу 13 тысяч. Тоже светло-коричнево-розовый. На очень красивых буквах, массивных ногах. И сейчас мы с тобой, Дим, переместимся. Это кресло покажем внизу, только в сером цвете.
Причем Гунарет синий, ну, вот с такой сине-серым отливом, он сейчас по Family, можно купить его за 11 тысяч рублей вместо 13. Подушки у данных кресел, что у розового, что у синего, идут на контрасте в более светлую сторону. В плане ухода и пачкаемости Гунарет синий более адекватен, чем розовый. Розовый вы запачкаете гораздо, гораздо быстрее. Дальше идем? Идем дальше. Высохший Страдмон. Омтексам, да. Это высохший Страдмон, при этом он дешевле Страдмона, дороже Страдмона аж в два раза. Какие плюшки есть у данного кресла? Во-первых, подголовная подушка. Она съемная на клепках. Можете снять, можете оставить. Кстати, имейте в виду, каждое кресло икеевское полноценное. Его... Сейчас покажите. Его можно поставить для разделения пространства. То есть нет такого, что у вас кресло, задняя часть страшная, и вам его нужно упирать в стену. Оттопырь, я даже присяду в это кресло, потому что я его очень люблю. Во-первых, что мне еще у него нравится? Вот такие съемные чехольчики. Ну что мешает сделать на все кресла? Они не будут... Вот даже как дополнительный аксессуар, они не будут пачкаться. Да, это доп. Люди, блин, на автосалонах, автосалон на допах бешеные бабки зарабатывают. Удобно, очень хорошая посадка. У меня как раз умещается шея и вот этот, да, шейный отдел на подушке. Рукам удобно. Ножкам тем более. Но я уж не буду совсем сандалями, да. Но удобно. Был бы так с каждым креслом на выставке, да, где можно сделать подарок. Да, со всех сторон. Ну, увы, не везде. Так, к этому креслу идет отдельно пуф. Пуф стоит 8 тысяч. Ну, пуф вы уже увидели. Он наклонной формы, именно удобный для отдыха ног. А дальше перемещаемся. Это кресло Wedboom. Wedboom мы с вами смотрели маленькие, есть Wedboom большие. Большой Wedboom стоит 16 тысяч. Сейчас Дима покажет чуть пониже в розовый цвет. Да, их на самом деле три. Это синий, это серый и это розовый. Не устану повторять, что в сером и в синем цвете кресло смотрится более выигрышно. Тоже очень удобное кресло, хорошая посадка. Единственное, что не хватает подголовной зоны, но как бы она есть в виде небольшого выступа. Так, Страдмон мы обозрим вон там, они там все представлены. Очень удобно. Здесь у нас пуфы для ног. Вот это вообще пуф чудо, по-другому я его назвать не могу. Стоит всего 1800, Boss Ness, и у него есть дополнительный функционал. Это цельная коробка для хлама. Цвета сейчас только черный и желтый. Вообще, кстати, IKEA, что мешает выпускать типа банкеток таких, которые, например, есть у Hof. Люди это ищут и просто покупают в других магазинах. Это раз. Два. Мне бы, например, хотелось подобный пуф более высокого качества. То есть и другой повыше. Ткани, да, повыше. Это будет удобный табурет, и, кстати, разбираемость будет хорошая. Ну, у IKEA свои таракашки, поэтому с ними бесполезно о чем-либо договариваться. Они не морются. Не. Ланкруна. Дим, ты как ляпнешь, я потом говорить не могу. Ланкруна. Табурет для ног стоит 13 тысяч, комплект ног 2000, 11 тысяч пуф. Они есть в коже, есть в текстиле. Удобная штука, очень многие берут просто как мини-диванчик куда-то в такую вот полугостиную, ну, в любую, короче, зону, на самом деле это удобно, место занимает немного, вещь функциональная. Но нельзя ничего там, да, оттопырить, открыть, убрать. Теперь лишь бы оттопырить. Дима, дальше. Начало, да? Пуф-табурет. Альседа из волокна, волокно банана. Знаю, что многие берут как такую подставочку, пьедестальчик. Раз и два берут кисоньком. Не жирно ли кисоньки? Нормально. Дальше. Стурселла, черный ротанг. У нас есть клиентка Лена Романова из Саранска. Она это кресло смогла сделать белым. Обмотав какой-то специальной тканью. Мне кажется, покрасил, да? Не красил. Чем-то обматывал. Получилось очень эффектно, интересно. Стоит 8 тысяч. Эксплуатация хорошо. Нареканий по качеству нет, не рушится, несмотря на то, что ротанг. Но все-таки сухие помещения. Дальше. Табурет, пуф, стол. Он многофункциональный. 6 тысяч рублей. Периодически заказывают. Гамлегульт, акация и ротанг.
тоже нет нареканий. Единственное, что он все-таки жестковатый, тяжеловатый, но знаешь, что берут именно вот как такой вот низкий столик. Так, Гредаль. Кресло-качалка. Честно скажу, не гуд. Брак был, поэтому, ну, как бы, не совсем. Даже вот здесь, смотри, не буду уж присаживаться. Стойка не фиксируется, только вставляется. Только вставляется, да. Стоит аж 12 тысяч, и, кстати, выходит из ассортимента. Будем надеяться, что ближайшая распродажа нас с этим креслом рассудит. Так, Ульриксберг, 8 тысяч. Это у нас ротанг антрацит. Неплохое кресло, хорошая глубокая посадка. Из минусов: оно ограничено по бокам, глубоко, и крупный или возрастной человек сюда не уместится, ему будет просто некомфортно. Дальше. Буксбу. Вот эти буксбики теперь есть везде. В Новосибирске, помнишь, в зоне отдыха, где в ресторане были? Там. Ну, сейчас они и у нас стоят. Да. И у IKEA они стоят в отделе сервиса сейчас. Это у нас тоже ротанг. В принципе, неплохо себя показывает при эксплуатации на таких, да, открытых площадках. В идеале все-таки не такая маленькая подушка, а большая, хорошая, крупная подушка. Стоит она денег, стоит на 1500 Юпвик. А вот это малышарик, который стоит 500 рублей, Норна. Ну, простите, это вообще издевательство. Здесь нужна хорошая подушка. В противном случае кресло неудобное. Оно обтекает, хорошо обтекает спину. Комфортно на вставание. А кресло Финторп. Данное кресло продается уже очень давно. У нас есть друг и партнер Татьяна Степкина из Мордовии, рядом с Саранском Инцар. У нее этому креслу года 3-4 уже точно. Тоже нареканий нет. Единственное, что имейте в виду, пожалуйста, все-таки ручная работа из ротанга, они хрупкие. На них не надо плясать, их не надо бить об стены и так далее. Это очень нежное, деликатное, изящное кресло. Подушки к таким креслам, друзья мои, обязательно, в противном случае вам будет неудобно. От слова вообще. Или совсем. Аген. Бамбук, ротанг. Какое слабое место, сразу скажу, у данных кресел. Данные кресла часто разваливаются именно вот здесь, по сидушке, не выдерживая нагрузки. Вообще оно раньше позиционировалось как детское, но потом это убрали. И очень часто бывают ноги с трещинами. Имейте, пожалуйста, это в виду, стоит 4300, на текущий момент в магазине отсутствует. Особенно проверяйте те, кто заказывает доставку, они сам лично приходят в магазин, покупают. Да, потому что если вы заказываете через таких посредников, как мы, по крайней мере, проверяем, а логисты, которые собирают ваши заказы, извините, они болт на эти с прибором вложили, им похрену. Сколько жалоб по доставке в Киеве, хоть делай отдельный обзор. И собирай все комментарии. Особенно я отмечу, очень плохо работает доставка Киева Москва. Очень много жалоб. Лично пользовались, пробовали, не захотели больше. Так, Holmsель, кресло 3999, когда вы хотите какое-то небольшое ротанговое кресло, в принципе, это как вариант. Опять же, да, из минусов, если совсем крупный человек, он сюда не уместится, но влезть можно. И еще ротанговые кресла, слышно, интересно? Поскрипывают все. Они все скрипят, то есть это не брак, ребята, это норма. Имейте, пожалуйста, это в виду, потому что были пару случаев, когда люди говорят: ой, нам обменяйте, кресло скрипит. Ребята, оно будет скрипеть, по-другому просто не может быть. Так, Тульста. Мы вам показывали Книста серый, есть Тульста в коже. 17 тысяч рублей. У нас, кстати, есть несколько магазинов, которые целенаправленно для клиентов ставили эти кресла. Причем не какие-то брендовые магазины, просто небольшие местные. Ну, каждый решает сам. Эксплуатационные качества на 5 с плюсом, ничего не разваливается. Кресло удобное, глубокое. В плане ухода здесь, конечно, уборщица за ним не ухаживает от слова совсем, потому что бежевое, смотри, насколько оно затрепалось довольно-таки быстро, особенно вот здесь, в боковушке. Это, пожалуйста, имейте в виду. И еще, вот, когда нет ухода надлежащего, кожа потихоньку начинает пересыхать. Ну, подожди, не кондиционером ее обрабатывают. Да. Обрабатывают специальный набор для очистки, для увлажнения. Если на коричневой это не так видно, она более грубая, то на светлой коже это заметно. То есть она требует этого ухода. То есть обращайте, пожалуйста, на это внимание, чтобы вам служило долго. Перетекаем дальше. Мы с вами ползем по всем кожаным креслам. А дальше у нас это тоже Ландскруна. 36 тысяч. Ну, Дима, оно того стоит. Это красивое, хорошее кресло. Я прекрасно знаю, когда мы построим дом, и у меня будет кабинет, у меня там будет этот диван и это кресло. Я хочу коричневое. И я из него буду вещать свои прямые эфиры в Инстаграме. Про сибирское. И бесить всех. А нет. Почему не хочешь Страдбони коричневого?
бесить людей. А могу и в Страдмоне. Так, Страдмон, 25 тысяч. Это только дешевле будет. Прокрашенная кожа крупно-рогатой скотинки. Скоты. Вообще у нас это в городе любимое кресло всех фотографов. Во всех фотостудиях такие кресла есть. Да и не только, это самое популярное кресло. Постоянно везем. Постоянно. Я думала, что Страдмоны будут последними креслами, про которые мы расскажем. Увы, нет. Есть чуток еще. Есть еще чуток. Итак, кресло Страдмон. Это его одно время называли кресло в стиле Людовика XIV. А на самом деле одно из популярнейших кресел. Его сейчас продают по вполне демократичному ценнику, стоит на 14 тысяч. Пуфик ему стоит 5. Кстати, Пуфик за все годы цену не менял. Кресло то поднималось в цене, то уменьшалось. Сейчас 5 цветов, без учета кожаного. Желтый, коричневый, синий, беж и серый. Это все ткани Шифтебо, это все сочетается с диваном Аскеста и с диваном Фрихеттон. То есть совершенно спокойно вы можете на одной и той же ткани, но разный визуал, сделать хорошую, удобную комбинацию. Я постоянно задаюсь одним и тем же вопросом. Как они умудряются держать цену на этот Страдмон? Ты знаешь, потихоньку я вижу, есть небольшие изменения. Стали становиться меньше подлокотники. Там потоньше, здесь потоньше. Раньше было пожирнее. Кстати, у кого старые Страдмоны, вы даже визуально приглядитесь, они у вас потолще. Так, едем дальше. Фресет. 6 тысяч рублей. Три вида, три цвета. Очень напоминает сейчас новые табуреты, которые вместо круглых табуреток Фроста. Это формованный многослойный клееный шпон. Плюс сверху отделка дубовым шпоном. Тяжелые, громоздкие. Звенят, пыхтят. Удобность. Сидеть, в принципе, удобно, но недолго. Не хватает. Я не люблю такие полукресла, о чем я говорила. Здесь идет врезание в спину, под лопатки примерно, и мне дискомфортно. Но посидеть, нет, долго не смогу. И самое интересное, ты подушку под попу не найдешь? Не положишь. Дима, это не последнее кресло. Я так рад. Пойдем, прямо, разворачиваемся. Мы забыли показать самое дорогое кресло в Икее. Адья. Адья. Вот они. Это кресло Поинг. На самом деле нет, я пошутила, это детские кресла Поинг. До самого дорогого мы не дошли. А детские Поинги – это полный аналог взрослого Поинга. Сейчас их стали, слава богу, разделять. То есть отдельно каркас, отдельно подушенцы. Потому что раньше продавалось все вместе. Когда подушенцы приходило в негодность, родителям приходилось заново покупать кресло. Ну, согласитесь, это дичь, когда взрослое продается по частям. Нареканий нет, стирается хорошо. Постоянно есть обновление чехлов и есть даже однотонные в детском отделе. Мы про них уже, ну, как бы рассказывали. Пожалуйста. Кресло Литгульт. Почему его закинули на самый верх, непонятно. Ну, фактически, вот я могу сейчас присесть, это будет то же самое. Подлокотники у данной серии продаются отдельно, чтобы можно было делать комбинацию. 47 тысяч будет стоить кресло. Не слишком мягко? Мне хорошо. Можно мне еще пуф? Это не кресло дорогое. Просто нужно больше зарабатывать. Нет. Это просто мы мало зарабатываем вообще. Надо больше зарабатывать, чтобы кресло не было дорогим. Для всех. Да. На самом деле очень удобно. Очень удобно. Удобно под головой, удобно здесь, удобно под попой. То есть полноценное расслабление. Вот честно, я бы сейчас даже подремала. Можно? Пожалуйста. Ты меня начал будить, чтобы мы пошли снимать. Оставь меня здесь спать. Утром заберу. Слушай, а мы рассказывали вообще для тех, кто первый раз попал на канал, кто мы? И чё мы такие наглые, борзые? Вообще. Говори. Говоря, говорю. А, друзья мои, давайте знакомиться. Нас зовут Просин Татьяна и Дмитрий. В Инстаграме мы известны под ником «Те самые неугомонные Просины». Мы действующие предприниматели уже более 10 лет в сфере доставки товаров IKEA. Плюс сейчас у нас на самом деле три вида бизнеса. Это доставка IKEA, это YouTube-канал, да, это отдельное творчество. И мы являемся еще топ-лидерами сетевой компании Siberian Wellness. Здесь у нас на нашем канале именно про товары IKEA, плюс наши влоги, наш образ жизни, где мы бываем, как бываем и что. Поэтому давайте дружиться, знакомиться, не забывайте подписываться.
это очень важно. Мы все дружно бежим быстро, шустро к серебряной кнопке. 1 июня, к Диме на дню рождения, мы такой подарок ему не сделали. Он очень расстроился. Поэтому ждем теперь на Татьянин день рождения. И к 8 августа. Да. Серебряную кнопку. А кому нужны деньги, пишите Татьяне в Инстаграм. Да. Гоу. Кстати, Дим, а мы ни разу нашим подписчикам ничего, в принципе, не дарили. Мы сейчас можем с тобой подарить наш обучающий курс для предпринимателей, как зарабатывать, кому актуально. Мы же не будем его здесь размещать, криков будет много. А почему мы так уверенно говорим? Мы не теоретики, мы практики. Практики. Да, кстати, у нас теории вообще нет, мы просто берем и делаем. Поэтому у нас есть большой опыт, поделитесь с вами. Ребята, давайте познакомимся, напишите в комментах, пожалуйста, кто вы, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, из какого города. Знаете, для чего? Может получиться так, что люди живут в одном городе. Во-первых, они могут объединиться для доставки, да? Как минимум, если это какая-то большая, дорогая доставка, особенно где-нибудь там Иркутск, Якутск, туда, да, север. Блин, хорошая идея, может придумать какое-то сообщество по этому поводу, а? Любители про Икеи. Ну, типа того, да. И там им, наверное, будет легче друг друга найти. Да, еще плюс, смотри, мы же часто ищем какого-то человека, какого-то специалиста. В своем ли городе, дистанционно, роем отзывы, копаемся в соцсетях. А здесь человек может, ребят, вы можете сделать сам презентацию. То есть кто вы, что вы, чем вы можете быть полезны. Или так. Вот, все. Все? Все. 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 Все.